Выгодный путь, путешествие с местным и сценарий поездки. Такие нетривиальные названия получили новые сайты для гостей города. Сервис собрал несколько выгодных и удобных предложений для туристов. Это такая некая экосистема, которая объединяет несколько сайтов, где мы старались собрать максимально полезную, да, информацию для путешественников, потому что даже и на этапе планирования поездки возникает очень много вопросов и уже в процессе, вот, и мы хотели на них максимально ответить. Вот, поэтому разделили все на несколько блоков. Вот, один из них как раз называется «Сценарии поездки». Да, это серия готовых маршрутов. Сейчас у нас загружено несколько, и они будут постепенно пополняться. По городу и области автомобильные и пешие с гидом или голосовым помощником. Все маршруты и сценарии разработаны для удобного путешествия и экономии времени. Сценарий – это не просто набор объектов и достопримечательностей. В каждой программе есть четкие рекомендации. Что именно посмотреть, в какое время года приехать, на чем и даже что попробовать. Еще одно преимущество туристической экосистемы – программа лояльности «Выгодный путь». Именная карта предоставит выгодные предложения и персональные скидки для пилигримов. Еще одно направление, которое назвали «Ты с местным», вот, это как раз ответы на самые популярные вопросы, уже советы как раз от нас, от ТИЦ, да, как добраться до той или иной достопримечательности, полезные телефоны, то есть все это собрано на сайте, и также у нас запущен телеграм-бот, который доступен, да, там 24/7, ему можно задавать вопросы всегда. Впрочем, нынешние сценарии путешествий не конечны. Скоро их дополнят новыми маршрутами и разнообразными поездками. Охватят всю область. Шпаргалка туриста, как считают разработчики, обеспечит гостям города глубокое погружение в местную достопримечательность и поможет лучше узнать рязанскую культуру. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».